сожалению, не обошлось без трагических происшествий. 5 уголовных дел по статьям убийства, изнасилования, причинения тяжкого вреда здоровью и оскорбления представителя власти. Таковы итоги минувших праздников от Следственного комитета. Так, например, вечером 30 декабря прошлого года в своей квартире в деревне Черкасы Чебоксарского района было обнаружено тело ее 52-летнего хозяина с проникающим ранением в области шеи. По данному факту было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье убийства. В кратчайшие сроки было установлено лицо, подозреваемое в причастности к совершению этого преступления. Им оказался 44-летний житель соседней деревни Сермопосе. Также продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту обнаружения 5 января в Чебоксарах на мусоросортировочном комплексе среди бытовых отходов тела младенца. Следователи продолжают устанавливать лицо, причастное к его смерти. Назначена и проводится медицинская, а также решается вопрос о назначении других необходимых судебных экспертиз. В случае, если граждане обладают какой-либо значимой для следствия информацией относительно обстоятельств совершенного преступления, убедительная просьба сообщить об этом в правоохранительные органы по телефону 02.